нет, понятно, потому что микрофон крутит в руку, конечно. Значит, еще раз, мы сегодня будем рассматривать линейные разностные уравнения и начнем, естественно, с первого порядка. Это вот уравнение такого типа. Ну и можно добавить начальные условия. Так, задан. Значит, что сюда входит? Ну, во-первых, неизвестная функция, или, точнее, последовательность, потому что t у нас пробегает. Я пропустил, собственно, в прошлую пятницу, я немножко поговорил, ограничился кейсом Фибоначчи, знаменитым итальянским математиком средних веков, да, который рассматривал уравнение, получившее потом впоследствии его имя. Вот, хотел еще немножко поговорить про микроэкономику, как возникает там модели в дискретном времени. Ну, я решил, что всем это интересно, поэтому значит, здесь. Так, это я опускаю. Да. Значит, искомо это последовательность. Значит, t это целочисленное время. Мы работали с искомым временем. Значит, включает все натуральные числа и плюс нулевое значение. И для краткости обозначения обозначаем это n. Так, найти вот эту последовательность в том, что у нас заодно t. Правую часть FT, вот, ну и начальные условия Y0. Сейчас это будет задачка H. Как всегда, терминология переносится, но ну, если не стопроцентно, но достаточно. Получится? А, вот сейчас уже видно. А, уже сейчас. Уже лучше. Как меня слышно? Видно уже хорошо. Я слышно тоже ничего. Все в порядке. Все видно. Все отлично. Спасибо большое. Итак, это задача наша. Помните, когда мы только приступали к исследованию дифференциальных уравнений, один из первых сюжетов, теоретически важных, была такая фундаментальная теорема. Теория дифференциальных уравнений, она еще называется теорема их существования и единиц. Доказательство было очень нетривиально, оно опиралось на математический анализ. Так вот, приятно в отношении вот такой задачи Каши, поставленной для линейного уравнения первого порядка, я думаю, что все понимают, что здесь слагаемых есть неизвестных. Задача хорошая. Приятно то, что теорема доказывается довольно просто. Смотрите, значит, если линейный задан, решение,
существования решений. Решение существует всегда при любых коэффициентах АТ, с учетом любых условий, и любой правой части ФТ. Что еще тут можно сказать? Вот такая. Тут немножко придется существование решения. Того уравнения это реально доказывать. Знаем, что у нас есть два решения. Задача ваша. Задачу, решением которой является как раз этот центр. Задача. Почему это так? Смотрите, значит, уравнение, сами решения. Задача.
зависимость и независимость решения.
рассматривается.
что я сделал? Значит, я напишу. Такая интерпретация.
сам же сказал, что
космосе.